Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска, двигатель 1.8 вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 221 тысяча километров. Как я и показывал уже по этому автомобилю видео, первый цилиндр, потеря компрессии, большой жор масла, что-то случилось с поршневой. Заказали с Японии двигатель. Пришел, сейчас мы его заменим, а этот двигатель чуть попозже сниму видео по дефектовке. Разберу, посмотрю, что там с ним произошло. Двигатель заказал, он пришел с аукциона, полностью с аукционным листом. Оценка 4, удар по автомобилю был касательный по левой стороне. Ни в двигатель, ни в радиатор, ни в коробку удара не было. Сейчас покажу двигатель. Пробег 84 тысячи. Разбор по двигателю сделали аккуратный, вплоть до того, что ни шланги, ни кабеля, ничего не перекусывалось. Все снялось и открутилось, в том числе и массы. Вон снизу масса, здесь масса. Но единственное, надо будет посмотреть, потому что комплектация немножко другая. Здесь на двигателе стоит вот такой вот привод. Честно говоря, я не знаю, что это такое. Просто как ленивец, но за счет этого ленивца ремень длиннее стал. Но это не гидроусилитель, ничего. Ладно, посмотрю. Если что, просто сниму, поставлю старый ремень. Но здесь ремень в хорошем состоянии. Автомобиль был обслуженный. Вот это соли, ну это по морю, тащили окислы. А так, все в хорошем состоянии. Двигатель чистенький. Ну, по нагару просто смотрю, здесь ты не поймешь, здесь закрыто. Также, если он по коллектору, по выпускному, по экрану глянуть, ржавчина только вот она на море взялась. Патрубки, как я и говорил, все сняты аккуратно, все разъемы. Масло слито, подтеков никаких не было, двигатель не мылся. Снимаю. Начал движение. Также снимаю корпус воздушного фильтра, снимаю аккумулятор, ну все, что вот здесь вот мешает. Thank you.
Аккумулятор это не родной, просто хозяин поставил пока временно. Тот на зарядку свой. Сверху, что еще здесь, особо снимать-то больше ничего и не нужно в данный момент. Поднимаю, сливаю антифриз, сливаю масло, откручиваю приемную трубу, откручиваю компрессор кондиционера, фреон спускать не буду, оставлю компрессор на автомобиле. И двигатель я попробую снять вверх. Здесь на маховике выход небольшой. Я думаю, что мне этого места хватит его свести в сторону и поднять, чтобы не опускать вместе с коробкой подрамником вниз. Проводки откинул. Здесь сейчас раскручу, сниму вот этот кронштейн, чтобы эту проводку тоже отвести. Отключу ее от процессора. О, резко дождь начался. Thank you.
Вот это что же провода здесь? Один там масса. Это масса у нас. Вот это похоже на сигнализацию, ребята делали. Да, совершенно верно. Просто примотались к проводу. Даже не припаялись, а просто ставлю. Ну ладно, потом я его переставлю на новый. Так, ну здесь у нас получается все, мы отключили. Сливаю антифриз. Антифриз я слил, разомкнув вот этот патрубок, который у нас нижний на радиатор идет. Я его сдернул. Там есть тройничок соединения. И все. Теперь могу снимать и верхний патрубок. И сниму вот эту заливную горловину. Потому что мне надо будет двигатель немножко вперед подавать, чтобы коллектор выпускной вышел, а то и снимать буду коллектор целиком, от головки откручивать.
патрубок снял. Ну, теперь масло сливаю. Сливаю масло. Ну, а пока стекает масло, снимаю сбоку пыльник на коробке. Вот этот вот, чтобы отключить разъем. Колесо даже снимать не буду. Отсюда клипсы снимаю. Вот он разъем, проводка эта общая снимается вместе с двигателем. Вот нажимаем пальцем и поворачиваем против часовой стрелки. Фиксатор сбоку. Грязи подзабилась просто. И все. Это выводим вверх. Также снимаем еще два разъема на коробке. Один здесь впереди датчик, а второй на управление, где селектор переключения передач. Теперь снимаю заглушку. И кручу коленвал. У нас здесь должны быть болты крепления гидротрансформатора к маховику. Вот он болт. Болт на 17. Их таких здесь 4 штуки. Выкручиваю. Последний болт выкручиваю. И вот отверстие отталкиваю гидротрансформатор от маховика коробки. Теперь откручиваю болты крепления двигателя коробки. Коробку я трогать не буду. Здесь что еще прекрасно? Вот эта лыжа. Крепление идет подушек не на двигатель, а на коробку. Что передняя подушка, что задняя подушка, они крепятся на коробку. И двигатель мне снять будет легче. Сзади я снимаю разъем с коробки один и откручиваю два болта крепления штанов к коллектору. И в принципе основное здесь по низу все сделано.
Потом уже опускаю автомобиль и отвязываю верхнюю подушку и отвязываю верхние болты крепления двигателя к коробке. Ну а сейчас откручиваю. Так, ну, 6 болтов я открутил, а вот 5 болтов еще надо открутить. Здесь всего получается 11 болтов крепления двигателя к коробке. Опускаю, откручиваю их сверху. Сниму диффузор. Мне надо будет двигатель чуть-чуть сюда подать, и чтобы его здесь не шоркнуть, не обработку, ничего. Можно и не делать, но во избежание неприятностей я его сниму. Здесь этот разъем можно не снимать. Достаточно этот отщелкиваю зажим и поднимаю диффузор вверх. Все, диффузор я вытащил. Защелки покажу, какие. Верхняя защелка с фиксатором и нижняя защелка с фиксатором. С одной стороны и точно так же с другой стороны. Отжимать надо обе сразу. И верхнюю, и нижнюю, а потом вторую сторону. Теперь снимаю приводной ремень и откручиваю компрессор кондиционера. И в принципе
снимаю бачок расширительный и снимаю подушку. Но перед этим двигатель уже подвешиваю, потому что он у меня только на этой подушке висит сейчас.